Тема наша – навыки эффективных выступлений, и она входит в цикл soft skills. Но с чего я хочу начать? Самое первое, что я хотела бы сказать, то, что спикером не рождаются. Это, кстати говоря, я. И я не всегда была хорошим спикером, до сих пор не считаю себя великолепным спикером. У меня были некоторые проблемы и с речью, и с выступлениями, но у меня была большая мечта. Мне очень нравилось преподавать, очень хотелось сделать это хорошо, объяснять сложные вещи простым языком, но, естественно, без публичных выступлений это невозможно. Как вы думаете, каким по очереди из страхов для человека являются публичные выступления? Если ранжировать от 1 до 10. Можно по собственным ощущениям. Какие бывают страхи? Может быть, страх публики? Нет, не какие бывают страхи, связанные с публичными выступлениями, а вообще человеческие страхи. Вот чего вы боитесь больше всего? Темноты. Темноты. Так, еще. Ну хорошо, вот один человек боится у нас темноты, а остальные либо ничего не боятся, либо пока не готовы со мной разговаривать. Ну вот был проведен достаточно давно в Америке опрос, на который люди отвечали, ранжировали свои страхи, и страх публичных выступлений оказался на 2-м месте. А после, как вы думаете, какого? Сгорание заживо. Но для меня это действительно синонимы, потому что я, когда нервничаю или выступаю, начинаю сильно краснеть, меня это выбивает из колеи, и совершенно я не знала, что с этим делать всю свою жизнь, но пришлось бороться. И, в общем-то, я достаточно долго занималась театральной импровизацией, просто театром, много выступала, и я считаю, что у меня получилось преодолеть некоторые свои страхи, и поэтому я могу с вами поделиться. Не как профессиональный оратор, а просто как молодой специалист, бывший студент и нынешний преподаватель, который избавился от своего страха красноты. И сейчас я выступаю на конференциях, преподаю в 2 университетах. В «Газпромнефти» мы открыли клуб для молодых специалистов, клуб ораторского мастерства, где помогаем ребятам справляться со своими страхами, хорошо выступать, не знаю, просто почувствовать себя более уверенными. И есть такое правило, что на самом деле вы определяете, нравится вам человек или выступление всего за 30 секунд, максимум за минуту, поэтому если вы не будете слушать меня дальше, я хочу, чтобы вы вынесли с сегодняшнего дня 3 вещи. Многие проблемы рождаются из эгоизма и того, что вы не думаете о своей аудитории, когда готовите выступление. И самое важное правило – думайте об аудитории, а не о себе. И часто нам хочется очень много запихнуть в одно выступление. Это неправильно. Все гениальное просто. Поэтому транслируйте одну идею через одно выступление, и тогда она дойдет. Можно запихнуть в одно выступление очень много мыслей, но есть шанс, что ни одна не останется в мозгу вашего слушателя. И все пойдет намного проще, если вы знаете структуру своего выступления. Если она хорошо выстроена у вас в голове, она хорошо будет ложиться в голову вашего слушателя. Итак, если вы все еще остались со мной, надеюсь, что это так, и я сейчас разговариваю не с пустым экраном. Наверное, когда вы записывались на эту лекцию, вы подумали, что мы с вами будем разговаривать сегодня про презентации, про слайды, про разные вещи, как нам красиво построить свое выступление, может быть, как избавиться от страха или не глотать окончания. Это все вторичная история, и выступление, презентация – вообще разные вещи. Это надо понимать с самого начала. А презентация – это всего лишь помощник, переводчик, выступать можно без нее. И есть одна всем известная компания, которая отказалась на своих совещаниях от презентаций. Люди докладывают там просто в формате отчета, как в школе, выходят и хорошо, красиво, громко рассказывают о том, что же они на этом совещании хотят получить. Это компания Amazon. И
по всем статистическим показателям сократилось время совещаний на 30%. В общем-то, люди не тратят время на создание презентаций, это все не обязательно. Поэтому главное, что мы сегодня вынесем с вами, то, что мы отталкиваемся от содержания, от целевой аудитории, от того, что мы хотим сказать, а не от того, что мы хотим показать на слайдах. Итак, если коротко, из теоретической части, можно выстроить алгоритм любого выступления по схеме полезно, понятно, красиво. Это схема Гусева, отличный оратор, вышедший менеджер из продуктовых компаний. И мы пробежимся по каждому блоку. Основным, естественно, является блок полезно. Красиво в последнюю очередь, и он появляется только если у вас есть время. Из чего состоит блок полезно? Как его по-другому можно назвать? Что делать, когда до выступления несколько часов? Поскольку аудитория Петропортала, я так полагаю, во многом это студенты или молодые специалисты, да и другие специалисты, возможно, нефтяных компаний, очень часто у нас все горит, полыхает, нам все нужно сделать в последний момент, и никаких 3-4 месяцев на подготовку, как на TEDx, у нас нет. И что делать в такой ситуации? Приступать к блоку полезно. Это наш старт. Есть небольшая история об анализе аудитории. Вообще, зачем нужен анализ аудитории? Нужно хорошо понимать, перед кем вы будете выступать. Иначе информация, которую вы пытаетесь донести, просто не дойдет или не будет понята. Соответственно, если вы не подумали о том, кто будет вас слушать, все это коту под хвост. История из моего школьного, наверное, времени, да, школьное время, когда к нам перешел новый учитель математики, он был невероятно умный, преподавал в МГУ, ему захотелось на старости лет просто отдохнуть, поучить школьников жизни, и он пришел, написал на доске миллион сложнейших формул, долго-долго-долго говорил, но что он встретил? Ну, просто удивленные взгляды, ничего не понимающих детей, напуганных, которые плакали и думали, что они никогда не осознают математику ни в каком виде. И я вам даже его покажу. Вот Сергей Анатольевич Гулевич, пожалуйста. Почему так произошло? Он просто не задумался, перед кем он выступает. Что это дети, у которых нет математического бэкграунда, и что им нужно разжевывать с самого начала. Поэтому до детей не дошло. Иногда из-за нашего опыта нам очень хочется рассказать какие-то сложные вещи. Мы потому что хорошо разбираемся в своей теме. Мы невероятно погружены в нее. И, конечно, нам не хочется рассказывать какое-то вступление. Но если вы понимаете, что, например, у вас тема Python, а 90% вашей аудитории – вообще никогда не программировала, не надо углубляться в какие-то невероятности, тонкости, рассказывайте для простых людей. Рассказывать надо для большей части слушателей. Есть такой лайфхак небольшой, как проверить, зайдет ли ваша презентация. Представьте себе скептически настроенного персонажа, желательно из вашей целевой аудитории, которому вы рассказываете свое выступление. Он должен быть прямо отвратительным. Ну, для меня это, например, студент, который сидит, жует жвачку и такой, и чё, и нафига, и я лучше пойду выпью пиво. Представьте, что вы рассказываете ему, и вот если ему будет понятно, ему будет интересно в вашей голове, тогда это хорошее выступление. Так. Анализ аудитории. Давайте потренируемся. Вот мне написал наш великолепный HR Яна Рябова. Она сегодня с нами. Привет, Яна, еще раз. Она написала... Привет, Полина. Да. Привет, Полина. Нужно выступить с лекцией по публичным выступлениям. Какие должны быть мои действия? Узнать целевую аудиторию? Да, как мы будем это делать?
Поинтересоваться, для кого выступать или с кем сотрудничать? Ну, правильно, да, мы просто спрашиваем: Яна, привет, для кого наша лекция? И Яна скидывает нам ссылку на Петропортал. Мы понимаем, что регистрируются в основном студенты или молодые специалисты, и, соответственно, под них мы подстраиваем контент. Кто такие эти люди? Кто наша целевая аудитория сегодня? Как бы мы их описали? Давайте потренируемся и выделим какие-то характеристики этих людей, которые нас сегодня слушают. Зачем они пришли на эту лекцию? Студенты, молодые специалисты, также, как пишут в чате, и молодые, инициативные, наверное, люди, которые хотят в будущем как-то получить профессию и освоиться в взрослом мире. Ну, во-первых, наверное, надо посмотреть, по каким источникам объявление о лекции было. Вот я вот видел его только в телеграм-канале, например. Так, и что нам дают источники? Источники дают сразу аудиторию. Но если вот телеграм-канал, что там, будь в тренде, МС, чего-то там, если мы знаем, что только в одном источнике была рассылка, то, соответственно, придет. Ну, кто придет? Ну, кто-то из молодых специалистов только и придет. Только такая выборка будет. Вот и все. Ну да. Так мы и работаем. То есть, если мы понимаем, какие у нас есть каналы, очень легко определить боли наших слушателей. То есть, что им нужно, почему они сюда пришли, почему они подключаются, почему они тратят свое время на это. И нужно определить уровень их опыта, например, в публичных выступлениях. Понятно, что, скорее всего, сюда не подключаются опытные спикеры, у которых опыт выступлений переваливает там за 10, 15, 20 лет. Сюда подключаются люди, которые наверняка обладают какими-то, как им кажется, недостатками в публичных выступлениях, которые нервничают, испытывают стресс, которым нужно защищать выпускные квалификационные работы или проекты перед своими руководителями. Вот такие персонажи у нас. При этом мы понимаем, что у них достаточно часто все горит, поэтому накидываем только какие-то основные моменты, которые можно сделать быстро. Анализ аудитории можно сделать быстро. Если у вас есть время, можно и канал, по которому вы можете связаться со своими слушателями, вы можете вкинуть какой-то опрос или получить обратную связь для того, чтобы улучшить свое выступление. Например, мы сейчас готовим еще одно выступление, которое будет на следующей неделе, связанное как раз с созданием презентаций. И достаточно крутым моментом было то, что мы смогли запросить у наших слушателей презентации для дальнейшего разбора ошибок на выступлении. Вот. Хорошо. Что важно? Важно поставить цель. Но цели бывают разные. И цель вашего выступления абсолютно точно не должна быть абстрактной. Если вы говорите в своем выступлении: я хочу просто донести какую-то информацию или объяснить какое-то понятие, показать картинки, не знаю, показать, как это работает. Это не совсем конкретно. Если вы ставите конкретную измеримую цель, структура выстраивается практически сама собой, вам понятно, какие материалы подбирать, и все это работает намного лучше. Вот какие примеры могут быть конкретных целей? Убедить дать финансирование на проект определенное. Доказать, что, например, какая-то технология приведет к снижению затрат. Если вы учитесь, добиться того, что, например, вам засчитали какую-то работу. Есть студенты, возможно, они сейчас здесь тоже присутствуют, которые защищают выпускные работы как стартап. Получить финансирование на стартап, который вы в студенчестве сделали. Сейчас такое тоже возможно. И, кстати, классная тема. Из продуктового подхода есть такое понятие, которое называется call to action. Что такое call to action? Это некоторый призыв к действию, и вы еще до начала выступления должны понимать, что вы хотите получить от своих слушателей после того, как они посмотрели, да, и на вас, и на ваше выступление. Какое-то конкретное измеримое действие. Вступить в сообщество,
перейти по ссылке, купить продукт, перезвонить вам, задать определенные вопросы, поступать так, как люди раньше не поступали. Call to action надо формулировать, чем он уже, тем круче. Что еще входит в блок полезно? Еще раз повторяю, одно выступление, одна мысль. Как понять, что это за мысль? Спросите себя, что слушатель должен запомнить из вашего выступления. Если вам тяжело сформулировать, попробуйте сейчас вспомнить свое последнее выступление, что из него должны были запомнить слушатели. Если у вас нет четкого понимания и ответа на этот вопрос, то, к сожалению, вас тоже понять никто не сможет. Если вы сами не понимаете, что человек должен запомнить, то это дорожка в никуда. Поэтому спросите себя, ответьте, ответ должен быть конкретным. И есть некоторый лайфхак из блока «Полезно». Вот все предыдущие вещи были обязательными, но если у вас осталось некоторое время в блоке «Полезно», то вы можете провернуть некоторую такую штуку. Это упражнение «Мозговой штурм с самим собой». Когда вы за достаточно большое количество времени, зная тему своего выступления и представляя цель, начинаете выписывать все свои мысли. Можете в блокнот, можете ручкой, куда угодно, в телефон. Собирать все подходящие изображения, инфографику, какие-то истории, связанные с этой темой. Все примеры, все это в одну большую коробочку собираете. Чем это помогает? Это помогает не сидеть с навязчивой идеей по поводу того, что, о боже, какая красивая картинка, мне точно надо ее вставить. Вот она не влезает в вашу структуру, она не несет никакого смысла, но вам так хочется ее куда-то прям прикрепить. Если вы прикрепляете такие вещи, у вас размазывается структура выступления, и так и делать не нужно. Поэтому вы просто устраиваете мозговой штурм самим собой, выписываете все-все-все-все, что вам нравится, не нравится и хочется куда-нибудь прикрепить, и потом из всего вот этого банка знаний по вашей теме вы подбираете непосредственно то, что подходит под вашу структуру. И берете только то, что помогает не потерять смысл. Все остальное остается дальше в этой баночке. Но у вас уже нет вот этого психологического желания запихнуть прям все-все в одну презентацию. Так. Это был блок «Полезно». И он, без сомнения, самый важный. На нем основано любое выступление. Но, к сожалению, его зачастую бывает недостаточно, потому что вы можете быть бесконечно правы в своей какой-то идее. Но если ее никто не понял, то ничего не выйдет. Ну, ваш call to action прошел зря, и вся ваша полезность выступления, она просто пшик, если вас никто не понял. Как сделать выступление понятным? Здесь глобально самый важный пункт – это storyline или проработка структуры. Это все не правило, это какой-то опыт, то, что я читала, и то, что подходит лично мне. На самом деле люди по-разному готовятся к выступлениям, но чем хороша структура? Есть другие опыты. Вы можете полностью прописать текст своего выступления. Вы можете сначала сделать презентацию и потом каким-то образом готовить свою речь или идти по ней. Но вот чем та история с написанием полного текста? Достаточно простой вопрос. Ну, давайте так. Как вы думаете, сколько вещей может запомнить человек, если их называют без какой-то связи друг с другом? Например, я перечислю вам сейчас 7 плюс минус 2. 7 плюс минус 2, да. Ну, вы, наверное, знали. Но, в общем-то, 7 плюс минус 2 – это цифра, которая в среднем запоминается в голове любого человека, если он не связывает образами и ассоциациями в некоторые группы и в структуру. Поэтому текст запомнить
Возможно, но вам понадобится где-то порядка не меньше 3 месяцев для того, чтобы полностью заучить текст, проработать его и включить правильные интонации. А интонация это очень, очень важно. И тут встает вопрос естественности спикера. Если спикер неестественный, если ему некомфортно, потому что он пытается вспомнить какую-то великолепную формулировку, которую он написал там еще 2 месяца назад, это все не прокатит. Соответственно, надо быть либо очень хорошим актером, либо просто придерживаться некоторой структуры, как, например, здесь. Это опционально, как будет выглядеть ваша структура. Но это всегда буквально стандартное вступление, основная часть заключения, возможно, с некоторыми отступлениями и блоками. Если у вас есть структура, вы никогда не запутаетесь. Вы никогда не потеряетесь, и если вы знаете свою тему и о чем вы рассказываете, никакой проблемы не будет. Здесь просто накидана структура этой презентации, мы с вами сейчас в оранжевой точечке находимся. И это намного лучше, чем если вы заучите. Самое классное, когда вы можете выступать так, как будто вы находитесь в своей естественной среде, например, сидите с друзьями или с коллегами. Вы же, когда болтаете, у вас абсолютно естественный смех, вопросительные интонации, восклицания. Вы где-то удивляетесь, где-то делаете больше глаза, где-то меньше. И вы жестикулируете руками всегда, когда что-то рассказываете. И выступление – это абсолютно тот же разговор. К сожалению, сейчас у меня разговор с экраном, но здорово, если бы он был лично, и ничего такого в этом нет. Если у вас есть структура, вы разбираетесь, вы не запутаетесь. Поэтому прошу вас, просто не заучивайте текст, это плохо. Так, по поводу «понятно». Структура – это самая важная часть из блока «понятно», но есть некоторый лайфхак, его можно проделать, если у вас, опять же, есть время. Когда вы закончили с полезно и понятно, у вас есть структура выступления, самая здоровая вещь, которую можно сделать, это получить обратную связь. Но на обратной связи, когда вы прогоняете выступление впервые, максимум, который вы можете получить, это где-то 3-5 комментариев, 3-5 замечаний и это вместе, и положительное, и отрицательное. Что с этим не так, как вы думаете? Что с этими 5 тезисами, которые вы получите на первой обратной связи, нас может не устроить? Вспомните свои первые прогоны каких-то важных выступлений. Типа, может, не по теме вопросы? Это имеется в виду? Так, ну, например, вопросы не по теме. Хорошо, вот мы потеряем пару вопросов не по теме. А если остались еще парочка по теме? Ну, вас всегда устраивают комментарии, которые вам дают. Например, вам дали несколько негативных комментариев по поводу там, вашего выступления, пускай с презентацией или без. Что чаще всего... Так Да. это ж наоборот хорошо, что негативные комментарии. Да, Типа, какой это смысл в хорошо. положительных? Ну, типа, все так и кивают головой, одобрямс, и непонятно совершенно, никакой нету реакции. Критика для того и существует, чтобы совершенствовать спикера. Да, но проблема есть и в этой критике. Неплохо, что это критика, плохо, какая это критика. Чаще всего, если вы прогоняете первый раз, это комментарии, которые вы сами бы себе могли сказать абсолютно спокойно. То есть из 5 негативных комментариев, которые вам скажут, не негативных, да, это будет такая некоторая здравая критика в разговоре, где-то 2-3 вы могли бы сказать себе сами, если бы послушали себя со стороны. И абсолютно простая вещь. Просто возьмите диктофон на телефоне, где угодно, и запишите, наговорите структуру своего выступления, которое вы написали. Проговорите ее и прослушайте. Это называется bullshit-тест. Этот тест поможет вам где-то около 3 из 5 этих тезисов отнести сразу и подчистить свое выступление на тему самых очевидных комментариев, которые вы получите.
И, соответственно, ваша первая обратная связь, которая произойдет уже перед людьми, она будет более продуктивной для вашего выступления. Что здесь важно? Не загоняйтесь, не надо перезаписывать себя 250 раз. Очень легко начать себя записывать постоянно, переслушивать, править. Идеально выступать очень тяжело, и тут нужно иметь некоторую степень расслабленности и любви к себе. Отпустите себя, никто не идеален, не сразу, поэтому выделили просто какие-то основные моменты. Например, вы говорите перед каждым словом. Или у вас какая-то не очень логичная структура. Если вы послушаете себя со стороны, вы это услышите и так. Поправьте эти вещи, и ваша первая обратная связь будет уже более качественной. Так. Ну вот, собственно, выделен кусочек, который вы приобретаете, если делаете такое простое упражнение. И мы закончили с полезно и понятно. На этом можно, собственно, вот эту теоретическую часть завершать, потому что если вы провели анализ целевой аудитории, выделили свою цель и знаете, как это структурированно, понятно объяснить, причем показатель хорошей структуры – это если ваши слушатели могут после лекции воспроизвести структуру вашего выступления, на этом можно остановиться. Это полезно, понятно, классно. Это уже польза для общества, невероятно круто, но мы же все прекрасно понимаем, что хочется делать некоторые вещи красиво, хочется производить впечатление, хочется получать некоторые нужные нам эмоции при разных обстоятельствах, и поэтому существует блок «Красиво», к которому мы приступаем всегда в последнюю очередь. Это, кстати, я в аудитории, которая сейчас за моей спиной. И если говорить про вообще все те вещи, которые относятся красиво, их миллион, и оттачиваются они не один месяц. Скорее всего, если вы будете задавать вопросы, вы будете спрашивать, как мне не нервничать, как говорить красиво, правильно, громко, достаточно медленно или чуть быстрее. Все эти вещи отрабатываются не за один день, не за один час. Но, опять же, если у вас есть время, самая простая штука по поводу подачи, которую вы могли бы сделать, это записать себя на видео. Прогоните свое выступление на видео, и вы фиксируете, вот критически садитесь с блокнотиком, смотрите и записываете. Вы смотрите на положение своего тела. Расслабленно ли вы стоите, если вы выступаете очно? Где находятся ваши руки? Жестикулируете ли вы ими? Куда вы смотрите? Не раздражаете ли вы сами себя? Ответ на этот вопрос, кстати, вы себя будете раздражать. Сам ваш голос в записи звучит не так, как у вас в голове, поэтому это вызывает у вас диссонанс. Вы наверняка, если слышали себя где-то, как вы поете на записи или как разговариваете, очень мало кому нравится свой собственный голос, это нормально. Но есть вещи, которые могут действительно раздражать. Например, мужчины могут делать, я не знаю, есть ли у вас сейчас видео мое на изображении, я вот часто вижу какие-то вот такие движения. Или когда человек зачем-то начинает смещаться с одной и той же точки фокуса, вот просто мельтешит, и это раздражает. Это действительно раздражает, потому что зрение реагирует, и приходится глазами следить за человеком. Это не нужно. На видео будет видно. Можете посмотреть на руки, куда направлен ваш взгляд, держите ли вы внимание аудитории. Не стоит смотреть только на одного человека, который вам понравился, который улыбается, хлопает глазами, смотрит на вас. Аудитория может потерять интерес. Вот такие вещи отстреливаются через видео, а отрабатываются уже до автоматизма. Наверное, я бы посоветовала вам очень-очень много практики. Это все равно вещи, которые отрабатываются практикой. И какие-нибудь неплохие курсы театральные. Это вам поможет. Так. Важный вопрос. Скажите, есть тут кто-нибудь, кто, например, курит?
У нас же достаточно анонимная встреча, я так правильно понимаю. Наверное, надо что-нибудь другое. Кто из вас любит какую-то вот такую жирную еду, классную, фастфуд? Неужели никто? Все на здоровом питании, наверное. Там пишут в чате, что любят. Я плюс, я А. люблю фастфуд, я тоже люблю. Здорово. Фастфуд топ, лучшая еда. Фастфуд топ. Хорошо, а скажите, если я вам сейчас скажу, что это очень вредно и что на самом деле так не надо кушать, потому что у вас будут проблемы со здоровьем. Для вас это стало новостью сейчас? Окей, скажу. Нет, не стало. Окей, бро. И что Это дальше? не новость вообще. Поэтому чаще всего, если вы где-то выступаете, и это не какое-то там новшество, супер идея, стартап и какие-то такие вещи сложные, слушатели часто могут уже знать то, что ты им рассказываешь. Вряд ли вы первый раз в жизни услышали про то, что нужно определять целевую аудиторию. Вопрос в чем? Почему вы этого не сделали до сих пор? То есть вы знаете, что курение это вредно? Вы продолжаете курить. Хотя не раз слышали от разных спикеров, там, с телевизора, откуда-то, что все это очень плохо, все это очень вредно. А почему? Почему так происходит? Это вопрос? Да. Ну, наверное, в силу привычки, вообще, как бы, это свойство человеческой натуры, что самые простые, важные вещи доходят тяжелее всего, дольше всего. Да, а через что доходят такие вещи? Через опыт, сын ошибок трудных. Через опыт, правильно, замечательно. И вот поэтому прекрасные люди сначала в сценарном искусстве, а потом и в бизнесе начали использовать сторителлинг очень активно. Если вы не просто в лоб говорите людям, что им что-то нужно, да, или что а-та-та, будет плохо, если ты не бросишь курить, это не работает. Это у человека не вызывает ассоциативных эмоций каких-то, связанных с его личным опытом. Но если вы придумываете персонажа, желательно реального персонажа, например, берете свою историю или берете историю реально существующего человека и достаточно ярко рассказываете через приемы сторителлинга, это все достаточно много книжек написано о том, как это нужно делать. Вы вводите человека в контекст, он уже себя представляет в определенном мире, ассоциирует себя с персонажем, а потом этот персонаж сталкивается с проблемой. Сначала не может ее решить, но не сдается, продолжает ее решать, приходит к какому-то решению и, собственно, побеждает, и все замечательно и хорошо. Вот если провести слушателя через такой путь, ну, это подходит только для некоторых выступлений, совершенно не для всех, у вас, как у слушателя, появляется чувство причастности к такой вещи. Вот. То есть совершенно разные истории. Вот сколько вы видите информации по поводу коронавируса каждый день? Да, это тысячи людей. Но почему-то все еще есть люди, да, которые там, например, выбирают не носить маски. Они просто не ассоциируют себя с этими тысячами людей. Но если это произойдет с их близким человеком, они начнут по-другому относиться к своему здоровью. В каком-то смысле это и есть сторителлинг. Ваша задача как спикера – этот сторителлинг встроить в ваш рассказ и попытаться при помощи этого донести до своего слушателя, сделать его причастным к вашей истории, вызвать некоторую эмоцию. Вот. Хороший пример, наверное, это лично для меня. Это Стив Джобс и рассказы в Стэнфорде, он выступал перед выпускниками, и там абсолютно замечательно рассказываются три не совсем связанные друг с другом истории из его личного опыта и жизни, которые производят очень сильное впечатление. Попробуйте найти, посмотреть, все везде в открытом доступе, с субтитрами, с чем угодно. Это пример сторителлинга, его можно встраивать в выступление. Так. Что еще по поводу красиво? Ну, конечно, презентация. Да, многие из нас делают презентации, которые по-хорошему должны просто выступать в качестве некоторой визуализации, переводчика для наших слушателей, упрощать коммуникацию. Но
Что хочется про презентации сказать? Есть два типа презентаций, и во многих компаниях, особенно в нефтегазовых, об этом часто забывают. Есть презентации для выступлений, которые абсолютно не работают без выступающего, без спикера, например, как презентация слева. И то не до конца, да. И презентация справа, которая для чтения, она пересылается по электронной почте и выступает как некоторый такой справочник, к которому всегда можно обратиться. Но выступать с правой презентацией нельзя. Можно выступать с левой. И чуть подробнее можете подключиться на следующей неделе, послушать. Будем разбирать ошибки людей, которые прислали презентации, какие-то базовые принципы рассмотрим и поговорим о том, как играть на контрастах. Вот, если будет интересно, вкупе с сегодняшней лекцией это такой классный толчок будет для вас в выступлениях. В целом, если структурировать, повторим алгоритм выступления. Да, это блок полезно, понятно и красиво, причем двигаться по ним стоит следующим образом. Рубрика «Полезные советы» начинается. Наверное, вы ее ждали. Спойлер, рубрика «Полезные советы» закончится вопросом, какие конкретно у вас есть проблемы с публичными выступлениями, что бы вам хотелось узнать, и мне кажется, это будет достаточно продуктивно, потому что вообще классно было бы нам встретиться с вами очно, поболтать, поделать разные упражнения, повыступать друг перед другом. Но такая ситуация, попробуем сделать так. Но полезные советы, которые относятся абсолютно ко всем. Это так называемый метод прогрессивного JPEG и MVP при подготовке. MVP – это минимально жизнеспособный продукт. В чем история? Вот перед вами так называемый метод прогрессивного JPEG. Если кто-то помнит, раньше, когда еще только вот у всех появлялись компьютеры, картинка загружалась вот некоторым таким образом сверху вниз. И понять, что на ней изображено до того, как произойдет полная загрузка, то было достаточно сложно. И вот прогрессивный JPEG – это постепенная загрузка, когда вы образно уже можете на каждом этапе понимать, что приблизительно на этой картинке изображено. Каждая из этих картинок уже сама по себе несет информацию. Точно так же нужно относиться к своему выступлению. То есть на каждом этапе нашего алгоритма должно быть что-то готовое, с чем можно выступить. Потому что дорабатывать можно просто до бесконечности. MVP работает примерно точно так же для тех, кто впервые встречает это понятие. Вот чем отличается первый ряд от второго и третьего? Например, это Непоследовательно. Ну, то есть с разных концов, скажем так, один пункт не вытекает из предыдущего. один пункт не вытекает. Нет, почему вытекает? Ну, смотрите, вот Ну, какая цель? скорее, я бы их разделил как 1, 2 и параллельно 3, 4 кузов какой-то. Ну, смотри, кузов сделали, а мотора нету, да? Или что здесь имеется в виду на картинке? Но какая цель вот проекта, который изображен на картинке с машинками? Ну, видимо, получить машину. То есть наш потребитель хочет получить машину, на которой он хочет уехать. Ну, потому что машина нужна человеку для того, чтобы ездить. В большинстве случаев. А чем плох вот первый ряд? Первый ряд плох тем, что до того, как не наступил четвертый этап сборки, мы на ней никуда не уедем. Она не работает. Это вообще не выполняет функции того, что нам нужно. Да? Жизнеспособный продукт появляется только на четвертом этапе. А чем плох второй ряд? На первый, второй, третий, четвертой картинке можно уехать. Смена ожиданий, смена фокуса. Ну, мы хотели машину. Да? Ну, в том или ином виде мы хотели машину и. Но получили же ее в результате. Да, мы получили ее в результате, но Но не так проблема. быстро, как на третьем. Да, еще и проблема в том, что нам надо каждый раз пересобирать полностью каждую из этих вещей, потому что вот из
это самокат, наверное, да, на первой картинке. Из самоката получить автомобиль, ну уж простите, наверняка никак не получится. Ну, что оттуда можно взять, непонятно. И последний ряд, да, он тоже не идеален. Но у нас сначала уже есть какая-то структура, какая-то машина, которая еле едет, но она едет. Вот потихонечку она достраивается, на ней все еще можно ехать, это все еще машина, и каждый этап последующий является результатом работы на предыдущем. И точно так же должно работать любое выступление. То есть вы должны быть готовы выйти на каждом этапе с тем, что у вас есть. И выступление все еще должно нести ту цель, которую мы обозначили в самом начале. И его потихоньку можно дорабатывать. То есть вы, например, поняли целевую аудиторию. Не углубляйтесь конкретно вот в этот момент, прям глубоко-глубоко, вплоть до самого выступления. Вы приблизительно ее поняли, пошли дальше разбираться с целью, со структурой, и уже у вас готово некоторое такое, да, выступление. Можно эту структуру наложить на слайды, например. С этим тоже можно выступить. Потом вы поняли, что у вас есть время, проработайте подробнее каждый из этих элементов. У вас уже вы выйдете на новый этап вашего выступления. И так из него получится вот четвертый этап, рано или поздно. Логика какая-то такая. Так, еще один полезный совет. Что мы говорим перфекционизму? Мы говорим ему не сегодня. Я знаю, как это тяжело для многих студентов, которые привыкли все делать идеально, отличники, люди, которые делают слайды по 5 часов. Я раньше таким тоже страдала, когда можно было все дорисовывать, все не нравится, все надо переделать. Не зацикливайтесь. Классный способ. Вот вы сделали выступление, подготовили к нему, возможно, презентацию, или не подготовили презентацию, так тоже можно. Выберите для себя 2-3 пункта, над которыми вы поработаете в этот раз. Решила я выступать сегодня. Я подумала, сегодня я поработаю над скоростью речи, над окончаниями и придумаю какую-нибудь историю в начале. Сделаю какое-нибудь вступление интересное. Все. Взяли себе эти штуки, сфокусировались на них. Остальное, как сделали, так сделали. Не зацикливайтесь. Потом на следующем выступлении потренируйте какие-то другие вещи. Это поможет вам расслабиться, не критиковать себя. Себя не надо критиковать, себя нужно хвалить после каждого выступления, потому что вы на пути к большой цели, и это классно. Вот. Так. Будьте готовы готовиться. О чем эта история? Смотрите. Что нужно, чтобы нарисовать такую картину? Photoshop. Если в чате есть какие-то комментарии, пожалуйста, читайте, потому что я, к сожалению, не могу на них смотреть. Время и навыки. Время и навыки. Наверное, нужно какое-то учреждение закончить. Или много самому рисовать, правильно? Ну, или долго работать в фотошопе. Ну, или недолго. И мы это прекрасно понимаем. Да? Ни у кого это не вызывает сомнений. Я, например, не могу нарисовать такую картину. Я понимаю, что мне понадобится какое-то количество времени. Учитель, подготовка. И это нормально. Но про выступление мы никогда так не думаем. Нам почему-то кажется, что вот этот человек вышел, и как будто бы вот он всю жизнь хорошо выступал, это ему дано, это дар, а вот я буду сидеть и никогда не буду так выступать. Это неправда. Люди много над собой работают, прежде чем выходить и делать потрясающие выступления. Наверняка кто-то из вас TEDx смотрит. Вот как вам кажется, сколько ребята готовят примерно там по 15-20 минут питчи идут? Сколько они готовят 15-20 минут? У них много лет практики, поэтому как бы их 15-20 минут и наши 15-20 это разные немножко вещи. Да, но мы же считаем, да, что вот это вот пример идеального спикера и вот такие вещи, они готовятся порядка от 3 месяцев. Но когда я впервые смотрела какие-то вещи, я просто подумала,
вау, он так здорово выступает, ему это так легко дается. Он взял и написал это за какое-то небольшое количество времени. Нет, это никогда не так, это так не работает, поэтому относитесь к своим выступлениям, к презентациям и к подготовке серьезно, как к любой другой работе. И к работе других тоже. Сколько людей заканчивает выступление фразой «Спасибо за внимание»? А какие, какого типа выступления? Да все почти, мне кажется, нет. Да, на самом деле Я 95%. нет. Если вы заканчиваете выступление фразой «Спасибо за внимание», мозг это не воспринимает, потому что вы слышали это где-то 1000 раз за пару лет последние. И вообще это даже не означает для мозга окончание какого-то выступления, вам еще надо в себя прийти. Поэтому избегайте этой истории, как и банального начала, вроде «Здравствуйте, меня зовут ля-ля-ля-ля-ля», это все не воспринимается, поэтому заканчивать надо чем-то либо просто фразой «Готов ответить на ваши вопросы». Это не такая типичная вещь, как «Спасибо за внимание». Либо дайте какой-нибудь хороший совет. Вот я советую вам посмотреть видео на TEDx «Мозг прокрастинатора». Это отличная вещь про то, как не надо готовиться к выступлениям, но, к сожалению, именно так мы все к ним и готовимся. И я надеюсь, что вы себе это записали. Я готова ответить на ваши вопросы, если они у вас есть. Желательно в микрофон, или если у нас осталась там Екатерина, она может читать их из чата. Да, я прочитаю, но пока вопросов не пишут. Тут, конечно, по последнему совету как бы вопрос возникает в том смысле, что, ну вот, да, мы знаем такую вещь, что человеческое восприятие устроено таким образом, что он лучше всего запоминает там первое и последнее, что слышит в рассказе. Поэтому очень важно начать хорошо и какая-нибудь точка хорошая, чтобы была в конце, чтобы даже смазанное выступление можно было исправить как бы хорошим окончанием. Но проблема в том, что очень многие начинают брать упирать на такие правила слишком много. В результате часто бывает, что выступление превращается в какой-то цирк, скажем так, да, и вызывает ощущение легкого фейспалма. Это в лучшем случае. Когда там начинают презентацию с какой-то идиотской шутки или чего-то такого. Запоминается? Безусловно, запоминается, но только та ли это цель, которую вы хотели достигнуть? Это как бы первый комментарий, замечание, вопрос, не знаю, может, как-то по-своему решить. Вот. А еще там был совет по... Нет, а второе я уже забыл, ладно. Ну, давай Пропустим. тогда по первому, Арсений. Я тебя узнала даже по голосу. Смотрите, по поводу шуток выступления. Это, безусловно, украшает, если вы уверены в своем выступлении настолько, что можете себе позволить шутить. Это относится к любой научной работе. Наверняка многие слышали, что заголовки со знаком вопроса, провокационные, они намного больше к себе привлекают внимание. Ну, то есть не просто назвать статью «Взаимосвязь того-то, того-то и того-то», а, например, «Почему женщины убивают?» Вот вам, наверное, захочется такое прочитать. Или вот мои студенты недавно делали исследование по поводу употребления алкоголя у разных слоев населения, и оказалось, что женщины с определенным уровнем образования пьют больше, чем мужчины. Вот. И такую статью можно назвать совершенно по-разному. И можно назвать ее шуточно. Но будьте готовы к тому, что после того, как вы привлекли огромное внимание к себе, на вас посыпется куча критики, если вы не готовы. Если у вас плохое выступление. Потому что это вполне естественный процесс. И если шутка не в тему, как я уже говорила, не надо вставлять то, что теряет смысл.
есть мы все равно ориентируемся на цель, а если шутка не соответствует цели выступления, ее нужно убирать. Ну и второе еще, да, я вспомнил, пока ты отвечала. Наверное, в первую очередь перед выступлением нужно вообще не бояться его провалить. Ну, то есть действовать из логики, ну окей, провалю и провалю. Что у меня к виску пистолет приставят, что ли, там, типа, превратится моя жизнь в сущий ад, да, сущего ада в жизни и так полным-полно, и все у меня, в принципе, нормально, и ничего страшного, если я где-то облажаюсь, не будет. Это как бы очень тяжело, особенно когда ты, не знаю, там, на первых курсах, там, или школьник, когда у тебя какого-то нету багажа из твоих шишек, которые ты неизбежно набиваешь на протяжении жизни. Но, типа, со временем, с опытом это, мне кажется, как-то сглаживается, смягчается. Становишься не настолько чувствительным к тому же перфекционизму, тому же максимализму, вот. По поводу практики это 100%. Никакие лекции, никакие советы не помогут вам больше, чем пару выступлений, пару десятков выступлений. В том числе и онлайн. Онлайн – это совершенно другая история. То есть, когда у вас нет непосредственного контакта со слушателем, такие вещи можно тренировать, не знаю, эфирами в Инстаграме. Но вот по поводу страха, Арсений, тут ты не совсем прав. Когда говоришь людям, что «да ты просто не бойся», да что в этом такого? Ну, это же не пистолет у виска. Это звучит примерно так же. Я читала прикольную аналогию у человека, который тоже занимается публичными выступлениями. Для некоторых это звучит так же, как сказать человеку, который с детства боится собак, да не бойся, они не кусаются. Иди погладь. Этот страх, он такой же иррациональный. Он не зря является вторым в рейтинге после сожжения заживо. Их, естественно, нельзя сравнивать, да, там ни по болевым ощущениям, ни почему, но людям практически невозможно это объяснить. Вот именно в таком контексте, поэтому, в котором ты говоришь. Поэтому, наверное, поэтому, да, вот это вот то, что я говорил, это оно прежде всего из разряда кто-то попал в такую же ситуацию, выступил, да, провалился, и с ним вроде ничего не произошло, все, ужас расколдовался, и как бы ничего, ну типа вот эта вот страшная фаза прошла, а дальше, когда оглядываешься назад, ты думаешь, и что, я этого боялся, серьезно? Ну вот, я скорее в этом смысле. Боятся почти все. Спустя даже несколько лет, если ты совсем не испытываешь никаких эмоций дискомфортных перед выступлением, это даже скорее ненормально. Вот. Вопрос в том, куда ты их перенаправляешь. То есть, если ты начинаешь нервничать и запарывать выступление, это одно. Если это придает тебе энергии, сил, какой-то возможности лучше контактировать со своей аудиторией, то вот это здорово. Но вот надо работать в этом направлении. Ну, про страх очень много можно говорить, нужно какие-то конкретные вещи разбирать, потому что у всех страх по-разному проявляется. Кто-то начинает быстрее говорить, например. Вот. Есть у кого-то еще вопросы? Арсений, надеюсь, я ответила на твои. Да, Полин. Да, спасибо. У меня есть к тебе вопрос. Во-первых, хочу сказать большое спасибо за лекцию, очень интересно. Я для себя узнала много нового, при том, что да, я постоянно имею практику каких-то публичных выступлений. Очень здорово. Хотела у тебя спросить, ты сказала, что ты, да, преподаешь в ВУЗе, да, соответственно, скорее всего, перед тобой часто выступают студенты, выступают со своей презентацией. А на что ты сама, как преподаватель, чаще всего обращаешь внимание? Бывали ли такие случаи, что, например, ну, содержание абсолютно провальное, но там подача была супер, и ты ставила высокую оценку студенту только из-за этого? Просто хотелось бы узнать вот с другой стороны баррикад, как ты, как преподаватель, на это смотришь. Спасибо, Яна. Хороший вопрос. Я бы сказала, что скорее такого не было. Обычно даже бывает наоборот. Презентация может быть хороша, но человек плавает в содержании. Если студент не понимает, о чем он рассказывает, это вскрывается буквально через, там, на второй минуте. Уже становится понятно, что человек не очень хорошо понимает, что он делает, и не может ответить на вопросы, начинает
ну, это называется заливать в глаза, пускать пыль, пытаются там иногда шутить, что-то отвлекать внимание, переходить на другие темы, и скорее вот это раздражает преподавателя, ну, то есть если говорить именно вот о преподавательских, да, вот таких моментах. И обратная ситуация тоже бывает, когда студент очень хорошо подготовлен, но совершенно не умеет выступать, с кошмарными презентациями, с огромными таблицами, с миллионом цветов, с изображениями плохого качества. Вот. И ситуация, когда содержание плохое, выступление хорошее, ну, может быть, я могу какое-то одно вспомнить, но там настолько харизматичные люди, что просто это до безумия. То есть это не отработать настолько. Всегда танцуется от содержания. Но чаще вот, наверное, второй случай. И ты тоже вчера сидела на выступлении студентов политеха, насколько я помню. И у ребят было очень интересное содержание. Тоже Арина здесь присутствует, и студентов. Да, да. Арина, рада, что вы здесь. Вот, и у ребят очень интересные идеи, классные, но есть некоторая проблема с подачей. То есть им нужно больше работать над тем, чтобы убедить людей, которые их слушают, которые будут выдавать им финансирование, в конце концов. Хочется больше какого-то эмоционального контекста, каких-то цифр, визуализаций и всего прочего. Это уже касается непосредственно презентации. Ну и уверенности. Она выруливает. Вот. Это уже вопросы, наверное, больше общения. Но если это какие-то предметы такие абсолютно локальные, на которых можно на общих знаниях выехать, то без проблем на коленке. Ребята делают иногда прекрасные презентации вообще за час и выступления. Но, естественно, они не зазубривают. Куда хуже выглядит, когда вы учили просто 2 недели с этого листочка несчастного, который у вас в руках, вот так вот стоят, и медленно заикаются. Но это, конечно, тихий ужас. Вот. Полина, можно вопрос вам? Да, конечно. Вот смотрите, мы поговорили о рекомендациях, теории, там, советах. И хотелось бы еще уточнить вот вопрос, допустим, в продолжение, да, этой темы. Вот нам, как заинтересованным, да, вот в теме личных выступлений, да, вот эффективных, как можно тренироваться самим, вот не имея каких-то таких вот запланированных там событий, где нам надо выступить, а вот в какой-то такой домашней обстановке это можно как-то развивать? Есть какие-то упражнения для этого? Вот какие-то такие моменты? Так, этот вопрос можно на очень много частей разбить. Если вы хотите развивать какие-то непосредственно качества, связанные с речью, с подачей и со всеми вот этими вещами, это развивается на театральных курсах, на курсах импровизации, на ораторском мастерстве. Можно, если вы не хотите там тратить деньги, можете вести прямые эфиры. Можете, знаете, я думаю, что вообще выступления, они не сами ищут человека, человек ищет выступление. Если вы захотите где-то выступить, вы это легко себе сможете придумать и организовать. Данное мероприятие, кстати говоря, тому подтверждение. Вот. И просто выступайте везде, где можете. Вы наверняка, вы студент или молодой специалист? Да, я молодой специалист. Ну вот вы молодой специалист. Наверняка есть конференции, какие-то слеты, вот такие вещи. Можете попробовать выступать. В домашней атмосфере сейчас, например, есть тренд на презентации среди друзей, когда люди готовят в маленьких домашних кружочках какие-то презентации на абсолютно любые темы, которые им интересны, и друг другу показывают. И так тоже можно делать. Если вы хотите просто какие-то упражнения для себя, связанные с голосом, например, это чаще всего дыхание. Вот. Есть упражнения на дыхание, при помощи которых можно выработать правильное дыхание, при котором связки не устают.
не напрягаются. И у вас будет не вот такой голос, а нормальный, глубокий голос, которым вы можете говорить много-много часов наподряд. Он при правильном дыхании будет правильной скорости. Вот. Дыхание очень похоже на, вот Никита Штробель, наверное, мне подскажет, на йоговское дыхание, когда вы постепенно воздух сначала перемещаете в живот через грудь и потом медленно выдыхаете. Точно так же можно разговаривать. Есть еще ряд упражнений на какие-то отдельные вещи. Ну, то есть, если у вас есть какие-то проблемы, например, которые вы сами за собой замечаете, я могу вам что-то конкретное, точечное посоветовать. Вот. А выступление в домашней атмосфере, пожалуйста, друзей собирайте, перед ними выступайте. Можете сам перед собой выступать, на камеру записывайте. Вот. Тему возьмите, которая вам интересна. Попробуйте сами себе подготовить выступление на 2 минуты о том, что вам интересно. И послушайте сами себя. Понятно, спасибо. Вот еще один вопрос появился. Вот я услышал сегодня, что вот, по-моему, существует такой кружок, да, у вас, где люди собираются и как бы тренируются в этом плане. Вот на нем чем занимаетесь вы? Смотрите, есть два кружка. Один существует в Тюмени наших коллег, один существует в Петербурге. И в Питере построено следующим образом. Мы запускаем курсы, они идут 2 месяца, раз в неделю. Мы собираемся после работы и занимаемся с тренером. Тренер прорабатывает все, что связано с голосом. Мы выступаем там друг перед другом, иногда на импровизированные темы, иногда на подготовленные. Корректируют наши выступления, дают какие-то рекомендации, учат выстраивать историю. Вот как раз сторителлинг, о котором мы разговаривали. Учат не нервничать в каком-то смысле, а настраивать себя определенным образом на аудиторию. То есть к аудитории нужно выходить с любовью, как будто это ваши старые друзья, и они вас любят по дефолту, вы тоже их любите, и такие вещи мы тоже отрабатываем. Мы отрабатываем зрительный контакт с аудиторией, ну вот такие упражнения. Вот, где-то часа по 3. Подскажите, пожалуйста, да. Вот из Тюмени кому можно обратиться по этому вопросу? Я просто тоже в Тюмени работаю. Так, а в Тюмени называется программа Thought Masters. Вы напишите мне, пожалуйста, на почту, которая указана будет где-то, наверное. Яна, подскажи, пожалуйста. Да, Полин, ты можешь написать в чате, чтобы я на всякий случай не ошиблась. Да. Почту. Я напишу вам в чат, вы мне лучше напишите, и напишите, что я вам пообещала скинуть контакты. Хорошо. И там ребята занимаются немножко другими вещами, они действительно практикуют выступления без тренера, они готовят питчи, у них есть, каждому человеку назначается роль, каждый раз разная, кто-то следит за речью, кто-то следит за таймингом, кто-то следит за интонациями, у них есть импровизационные какие-то моменты. Вот в таком режиме. Там может выступить любой желающий и получить обратную связь. Там действительно хорошие ораторы присутствуют каждую неделю, проходят по четвергам. Почту я скинула, напишите, я вам отправлю, с кем связаться можно будет. Спасибо. У меня вопрос, если есть еще время. Да, конечно, Никита. Один человек сказал, что оратор хороший тот, кто возбуждает других, не возбуждая самостоятельно. Вот, и я тогда когда это говорил, мне один человек, я не совсем это воспринял, а потом прочувствовал на собственном опыте. Вот я из тех ораторов, которые, чтобы как бы... В принципе, рассказывать доклад, мне нужно прям, чтобы я горел темой, которую говорю. Потому что, ну, я считаю, если ты не зажигаешь других, тебе смысла рассказывать материалы нет никакого. Вот, соответственно, когда я рассказываю, я очень сильно увлекаюсь, и как-то вот это холоднокровие к выступлению, оно теряется, какая-то дистанция, что ли, утрачивается. Как сохранять вот эту дистанцию, как вот как бы самому не возбуждаться и быть более-менее хладнокровным во время выступления? Я бы не сказала, что это прямо плохо.
насколько? Вопрос. Нет, вообще эмоциональность во время выступления – это хорошо. Все, кто тебя слушают, люди, и вполне естественно, что они хотят получать человеческую реакцию. Надо понять, какие эмоции конкретно тебя не устраивают, которые ты выдаешь на выступление. То есть, если ты сильно радеешь за свою тему, вот у меня есть студенты, которые, например, начинают хамить или агрессивно себя вести, защищая свою тему. Такие вещи можно контролировать определенным образом. Если ты переживаешь за тайминг, опять же, помогают прогоны в определенном смысле понять, чего, наверное, говорить не стоит, когда ты заходишь в какие-то дебри. То есть, если ты сам себя переслушаешь, ты поймешь, что некоторая информация, она была лишней, и она не останется ни у кого в мозгу. Еще хороший способ, чтобы тебя кто-то послушал, например, и спроси человека, что ты запомнил из того, что я рассказал. Тебе скажут, что люди запомнили, это и есть структура твоего выступления, основная, на которой нужно выезжать, все остальное можно резать, убирать вообще смело. А по поводу эмоционального фона, ну какие именно эмоции тебя смущают? Уточни. Ну, во-первых, да, можно заговориться и выйти за тайминг, да, вот это такая есть трудность. Ну и, в принципе, иногда кажется, что контроля нет, вот так вот потом... Как бы говоришь-говоришь, вот типа на комфорте, а потом отвлекаешься, только понимаешь, блин, а что происходит? Ну, как бы вот такое есть, как будто ты прям это сильно слишком погружаешься, теряешь такой всеобъемлющий контроль над тем, что происходит вокруг. И иногда даже контакт с аудиторией из-за этого утрачивать, потому что ты как бы погружаешься в мысли, вот в этот поток, и немножко как бы, не в текущем моменте находишься, что ли, вот так. Да, но это опять история, за аудиторией нужно следить, за контактом с аудиторией. То есть, если после выступления нет вопросов, и тебе аккуратненько похлопали, это очень плохо. Вообще, это значит, что ну, там из уважения люди досидели, но никакого эффекта нет. И когда ты видишь вот этот угасающий интерес к тебе в аудитории, это можно контролировать, но очно это точно можно контролировать. Переключайся. Нужна структура, опять же, о которой мы тоже говорили сегодня, для того, чтобы так сильно не отвлекаться. То есть просто помни про структуру и сильно от нее не уходи, не углубляйся. То есть ты тоже рассказываешь достаточно тезисно. Помни, для кого ты рассказываешь. Насколько интересно человеку, который сидит в аудитории, например, ты рассказываешь про какой-то свой проект, ты знаешь его очень хорошо, глубоко, потому что много лет с ним работал. А перед тобой сидит человек, которому нужно по верхам рассказать, о чем эта история, чтобы он хоть что-то запомнил. Если ты наваливаешь слишком много, это перекрывает основную мысль, основную цель. Это плохо. Вот. Рассуждай как человек, который сидит в зале, скорее. Это поможет. И следи за ними. Следи за реакцией, за глазами, за ребятами, которые начинают тянуться к телефону или посматривать на часы. Ну, это тоже работает. Но не нервничай при этом. Такая тонкая грань. Вот. Ну и переслушивание, да. Но тайминг, опять же, это все прогонами делается. Ну, всегда обычно на всех выступлениях у нас сейчас есть определенные тайминги. Мы в них должны укладываться. Вот, а так это не... Я не считаю, Никит, что у тебя глобальная проблема, а страсть к тому, что делаешь, это очень хорошо. Наоборот, помогает. Понял, спасибо. Так, коллеги. Если вопросов больше нет, я думаю, что те, кто посмотрит записи, могут написать мне отдельно по адресу, который указан в чате. Всем спасибо большое, что пришли. Хорошей вам пятницы и прекрасных выходных. Наступающим Новым годом!